С вами канал Опыт Тичера. В этом видео мы с вами поговорим про 6 бесплатных видеоредакторов, с помощью которых вы можете создавать и монтажировать разные видео на разные цели, будь то это создание видеоролика для YouTube-канала, как в нашем случае, или просто сделать домашнее видео, или делать видео на заказ. Бесплатные сервисы, они, в принципе, тоже варьируются. На некоторых совершенно простой функционал, а некоторые продвинутые. И один из этих продвинутых видеоредакторов – это DaVinci Resolve, который мы сами используем, но это не значит, что вы тоже должны его использовать. Вы должны сами посмотреть все эти 6 альтернатив и выбрать то, что вам более всего подходит. Главным плюсом DaVinci Resolve, помимо того, что у него есть весь базовый функционал для создания и редактирования видеоролика, это работа с цветокоррекцией. Цветокоррекция в DaVinci, она максимально продвинута. Мне она очень нравится. Мне также импонирует, как тут легко работать со звуком. Это тоже, я считаю, большим-большим плюсом. И очень удобный интерфейс, где очень легко импортировать видеоролики, их разрезать, увеличивать скорость, замедлять. В общем, очень много преимуществ. Ссылки на все эти... На все ссылки на то, чтобы скачать DaVinci Resolve, как и другие программы, будет в описании. Окей, вторая программа. Программа называется Shotcut. Здесь у вас прямо на первой страничке у вас есть кнопочка Click to Download. С помощью него вы можете его скачать. Здесь вы уже видите то, что в принципе здесь можно будет как бы вставить, импортировать свои видеоролики, нарезать их удобно. В удобном формате для вас. Также, в принципе, есть работа с цветом тоже, работа со звуком. В общем, есть очень много интересных деталей, которые будут полезны для начинающего видеомонтажера. Здесь также мне то, что нравится в Shotcut, то, что есть tutorials, хоть и он является на английском языке, я думаю, что можно найти субтитры к нему. Здесь есть, в принципе, базовые уроки, которые, в принципе, вам очень могут помочь. Кстати, говоря о DaVinci, вот первый, который мы обсуждали, она идет в двух версиях, есть бесплатная и платная версия. Платная версия, конечно, гораздо больше функционала, но нам хватает бесплатной версии. Окей, третья программа это HitFilm Express. Вот, download HitFilm Express, вы можете его скачать по этой ссылочке. В общем, это тоже как бы инструмент, который, в принципе, является не таким уж сложным, но можно делать многие интересные моменты. Это профессиональный тип видеоредактор. Он работает 2D, 3D композициями. У него есть более 410 эффектов и шаблонов, и есть та же, как в предыдущем, получается, видеоредакторе, бесплатные видеоуроки и готовые проекты. Это, я считаю, интересной фишкой. И безлимитные переходы. Вот это очень крутая фишка, потому что переходы в DaVinci мне не очень нравятся. Вот, в принципе, он доступен для Windows и Mac операционной системы. Кстати, DaVinci тоже идет для Windows и Mac. В общем, очень интересная программа. Я думаю, его тоже вот скачать. В принципе, я сейчас его даже, наверное, скачаю, потому что меня она заинтересовала. Окей, это третья программа. Так, нажимаю скачать. Ага, здесь, в принципе, нужно будет создать свой аккаунт. И... Я сейчас скачаю его. Мне предлагается пароль. Мне это не нравится. Don't use that. Все, в принципе, я нажимаю Please select the newsletter. Хорошо. Нужно будет эту кнопочку выбрать.
Continue Learning. И мне должна прийти ссылка на скачивание на мою почту Gmail. Так, я зайду на свой Gmail пока. Вот она. Film Express. Так, перехожу по этой ссылочке и скачиваю версию для Mac. Я думаю, что она весит не так много, как DaVinci. Да, всего лишь 500 мегабайт, что очень-очень хорошо. Надеюсь, функционал меня не разочарует. И, возможно, я сниму по этому видеоредактору отдельное видео, когда я с ним разберусь. Четвертый видеоредактор – это VCDC. Очень прикольный редактор, много хорошего слышал. Он является очень простым, некий продвинутый аналог Movie Maker. Что-то между DaVinci и Movie Maker, имеется в виду в плане сложности. Вот, можете его также скачать на этом сайте, перейдя в вкладку Downloads, нажав на видеоэдитор. Вот. Она весит всего 70 мегабайт. Я думаю, что она идет, да, для операционной системы Windows. И можете его, в принципе, скачать. Пятая программа – это OpenShot Video Editor. Вы можете его скачать. Версия есть для трех операционных систем. Это Linux, macOS и Windows. Это очень хорошо. Она идет полностью бесплатно. И это очень круто. И также написано open source. Это значит, что вы можете его изменить по своему усмотрению. Или примерно заказать у фрилансеров, если вам не хватает какого-либо функционала. В принципе, в общем-то все. Что можно сказать? Но OpenSoft он не является простым. Главное преимущество у него, она идет кроссплатформенно, мы это уже говорили. То есть можно будет вырезать, можно добавить какие-то фреймы, которые можно потом анимировать. Есть видеоэффекты интересные, очень много есть бесплатных аудиобиблиотек. Тайтлы, 70 языков поддерживает, 3D-анимации и можно монтажировать видео. Также можно делать slow motion и таймлапсы. Это очень интересно. Тоже, в принципе, мне импонирует описание. Думаю, тоже скачать его. Так, и пятая программа, это называется Lightworks. Lightworks можно, в принципе, тоже скачать. Главное преимущество – это интуитивный, понятный user interface. Это доступ к бесплатным аудиобиблиотекам и видеобиблиотекам. Это удобное, получается, таймлайн редактирования. Можно работать как бы в 4К, можно экспортировать YouTube. В принципе, обычный, простой функционал, да, это уже понятно, то, что он не выделяется ничем таким особенным. При этом можно будет скачать на 3 операционные системы: Windows, Linux, Mac, что является очень круто. В принципе, понятно. То есть тоже интересно. Я думаю, что я вот несколько сервисов для себя приметил, видеоредакторов, как аналог для DaVinci. И если что-то из этих мне приглянется, и я в нем разберусь, я сделаю отдельное видео. Поэтому подписывайтесь на канал. Если вам понравился этот топ, то, пожалуйста, не уходите, не поставив лайк.